Греческие власти спасают беженцев от замерзания. Людей, замерзающих на острове Лесбос, разместили на борту одноименного военного корабля. В данный момент на острове проживают около 4,5 тысяч беженцев, которые в условиях холода и снегопада продолжают жить в летних палатках. Примерно 500 человек смогли найти пристанище на борту корабля. Там для них подготовлены койки, матрасы, полотенца и печи. Еще 75 мигрантам были предложены номера в отеле.